обязательно обращаюсь к ним, потому что очень часто важно юридический аспект. Не финансовый, не финансовый, а юридический аспект. Вот я да про это и говорил. Здесь роль их велика, и они меня все в этом смысле поддерживают, потому что у меня были примеры, когда я подписывал контракт с одним, скажем, президентом, приезжаю на работу, а там уже другой, которому я вообще не мил, и он меня в упор видеть не хочет. Такие случаи были, и в этом случае мне очень серьезно помогал Солнечный спорт. Так что важная фигура агента, на самом деле, очень важная фигура в работе любого специалиста, будь то игрок или тренер. Ну, кстати, вспомни вот про Камерун, тогда ведь советские специалисты вообще получали, я так понимаю, не по контракту сумму, а то, что определяло государство, а остальные все деньги шли в госказну. Дело в том, что вот и тогда Соринтерспорт не нарушал никаких законов, потому что...